Чем отличается плохой парень от хорошего, который поступает плохо? Где грань между безвредной ложью и явным злом? Играйте жестко! Порвите их там всех! Это Джо Хант. Помните, я о нем рассказывал? Джо – настоящий гений. Расскажите о вашей инвестиционной стратегии. Господа, предлагаю заработать побольше. Рисковые инвестиции отличаются от финансовых пирамид лишь тем, как все заканчивается. Эта сделка стоит 250 000 долларов. А ваша жизнь навсегда изменится. Клуб миллиардеров. Ездил уже на новой тачке? Да она, блин, дороже, чем моя квартира. А ты на гребне, Джо. Перераспределить инвестиции, чтобы покрыть расходы? Так вы знали? Я с Уолл-стрит. Ты правда думаешь, что можно разбогатеть, следуя правилам? Где деньги? Не было никаких денег. У Рона Липова еще. Из-за Рона Левина я обанкротился. Что? Теперь торчу людям уйму денег. Я должен их отдать. В случае краха каждый документ окажется под микроскопом налоговой, комиссии ценных бумаг и даже ФБР. Что бы вы сделали, чтобы вынудить его вернуть деньги? Иногда правда – это лучшая в мире ложь. Нужно как-то его расколоть. Где Рон Левин? Что ты натворил? Нам осталось лишь одно – урезать расходы и покончить с этим! Клуб миллиардеров. В кинотеатрах с 19 июля.